Перед вами защита от угрозы пистолет. Прием также работает на втором базовом движении. Убирая голову, производим завом пальца с помощью скобы пистолета и выводим партнера на болевое положение. При этом важно следить за тем, чтобы ствол оружия не был направлен в вашу сторону. Еще один прием с использованием второго базового движения. По технике он аналогичен многим приемам, показанным ранее. Посмотрите, как можно произвести добивание, используя пистолет, и выйти в положение для стрельбы. Использование ремня